Ничего себе, девочка, ты даешь. Такой грохот устроила. Я пришла, думала, у меня, думала, клетка упала. А она, ты вы посмотрите на нее. Вы посмотрите. Ты как вообще забралась-то сюда? Дурочка моя. Это что за Волочкова у меня? Бусинка, ты чокнулась у меня? Что с тобой? Бусёныш, ты куда? Ты куда убежать-то хочешь от мамы-то? Миленький мой. Мой миленький мазуричек. А что же это такое-то, а? Да крошечка ты моя шляткая. Неужели ты думаешь, что ты перегрызёшь? Может, она правда так зубы чешет, я не знаю. Я ей палочек всяких купила, она вот об железо. Ой, ты моя маленькая ласточка. Господи, знаешь, так высоко забраться. Ужас. Я прям специально сижу посмотреть. Убрала эту лестницу, потому что она, видимо, на нее всегда падала. Бусёшенька моя. Моя курочка. Ты посмотри, Качу, какой шпагат делаешь. Ну и бусинка у меня. Ой. Ой. Да, зубы чистит. Да, вот и смотри одним глазом. Ага. Мы тут за тобой следим. Между прочим. Смотри, смотри, да. А, ну тебе пофиг, видимо, да? Ну, хорошо. Вот это даюшки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, Буся, Буся. Народу-то показать стыдно тебе. Ты что же вытворяешь-то у меня, а? Миленький мой ребенок. Ну-ка. Спускайся. Спускайся вниз. Нифига. Акробатка моя, акробаточка, кто же у меня такая? Акробаточка. О, всего. Так, бусинка, пойдем. Пойдем, я тебя на ручки возьму, пойдем. Ой, может, мальчика хочет или что ж, я не знаю. Бусинка, что с тобой, моя дорогая? Такая спокойная девочка была, вдруг ни с того ни с сего. Миленький мой, человечек мой любимый. Человечек, говорю, господи. Вообще, я уже чокнулась, я. Миленький бусеныш. Бусеныш, ты что делаешь? Опять ползет. Опс.
Вот вы говорите, дай ей палку, пусть грызет. Вот этих палок у меня куплено, не знаю сколько. Смотрите, целый мешок. Ну вот сейчас погрызет палочку, погрызет. А потом опять, видимо, поползет наверх. Ну вот новую дала. Господи, да пусть хоть эту палку-то грызет сколько хочет. Мне прям ее жалко, на клетке-то висит. Бусинка, ты же не мальчик. Жопку-то себе отобьешь. Я даже не знала, что она так делает. Она падала вот здесь, лестница у меня стояла деревянная. Господи, бусенышек мой. Ну вот как хорошо палочку тут эту грызть. Вот и грызи. Хорошо-то. То ли дело. А чё клетку-то железную? Зубы-то не сточишь, а обломаешь, дорогая моя. Вот. Давай-давай на эту палочку тебе. Грызи-ка, моя милая. Я уж боюсь, как бы у неё морда-то не в кровь сцарапалась с этой клеткой. Да, бусёнчик? Ну, я так понимаю, клетка-то вкуснее, да? Да, клетка все-таки лучше, видимо. Ой, опять поползла. А мы что делать-то, девочки, милые мои? Ой, что же делать-то мне с бусинкой? Так никакие палочки не помогают ей. Ой-ой-ой-ой-ой, что делать? Ну, видимо, так и должно быть. А мне так тебе жалко. Как такое ощущение, что ты прям мучаешься здесь. Вот, знаете, как будто ее мучает, и она вот хочет вырваться. Хотя ведь она все время у меня на руках. Ой, Буся. Даже спать боюсь идти. Чертенышек. Эй. Все, палочка уже не нравится ей. We'll be right back.
Да. Я тебя не узнаю, Бусинка. Ну, ты не моя девочка сейчас, как чертенок какой-то, чертенок. Ой, все, не могу больше спать, пошла я.